Вы смотрите видео об отеле Ganita Holiday Club. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Ganita Holiday Club расположен в стране Турция в регионе Алания и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. 90 километров от аэропорта Анталья, 23 километра от поселка Мунавгат, поселка Акурджалар. Территория гостиницы занимает 65 тысяч квадратных метров. На территории отеля имеется 3 ресторана, 1 а-ля карт, 6 баров, 2 конференц-зала до 350 персон, 4 бассейнов, 1 крытый, 3 открытых, 3 водные горки, спа-центр, услуги врача, прачечная, лифты, интернет-кафе платно, Wi-Fi в лобби бесплатно. В номерах есть ТВ с российским каналом, кондиционер сплит, мини-бар бесплатно, только безалкогольные напитки, сейф платно, душ или ванна, фен, телефон, ковровое покрытие или ламинат, балкон или терраса, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из: общее количество номеров 424, 260 стандарт румс, 28 квадратных метров, максимум 3 плюс 1 человек, main building, 82 club rooms type A, 42 квадратных метра, двухэтажные, 1 этаж, спальня, 2 этаж, спальня, межкомнатная дверь, двухъярусная кровать, не во всех номерах, 1 ванная комната, максимум 4 плюс 1 человек, 1 этаж вилла, 82 club rooms type B, 55 квадратных метров, двухэтажные, 1 этаж, 2 спальни, 2 этаж, спальня, межкомнатная дверь, двухъярусная кровать, не во всех номерах, 1 ванная комната, максимум 6 человек, 2 этаж вилла, 1 номер для инвалидов. Также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, турецкая баня, настольный теннис, дартс, шахматы, пляжный волейбол, аэробика, поле для мини-футбола, дискотека, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется массаж, бильярд, водные лыжи с лицензией, парашют с лицензией, катамаран, каноэ. Для детей есть 2 открытый бассейн, 1 водная горка, мини-клуб, возраст 4-12 лет, услуги няни платно, детская коляска платно, детское меню, в ресторане детское кресло, детская площадка, мини-зоопарк, развлекательные программы. Год постройки гостиницы 1993, год, когда был сделан последний ремонт, 2010. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.